Раз футбольный вечер, может, вы пару слов «Динамо» Ставрополь передадите? Вот видите, сейчас вот появилась такая штука. Дело в том, что я родом со Ставрополя, и вот видите... Земляк? Да, я родился в Невинномысске. Да и, ладно? Да, и поэтому, возможно, в выборе клуба, то есть, может быть, по велению каких-то вот корней, что ли, может выбирать клуб, не знаю. Короче, «Динамо» Ставрополь. Ставропольцы мои родные, дай бог вам побед. Честно, не знаю, я не знаю, как у вас сейчас обстоят дела. Вот, я просто желаю вам здоровья. Слушайте, как бы банально это ни звучало, здоровье – это важно. И остальное уже, что там в футболе, остальное важно. Ну, в общем.